Всем привет! Вы на телеканале Тыковка ТВ. Сегодня я снимаю обзор игрушек Шопкинсы. И этот обзор будет находиться в фильме My Little Pony. Давайте начинать. Мамочка! Мама! Да, девочки. Ой. Да, чего вы меня звали? Мамочка, мы пришли в школу, молодцы. Какие у вас оценки? Сейчас, неважно. Так, какие у вас оценки? Так, мама, сегодня у нас была контрольная по математике. Я получила 5 с минусом, у меня просто там помарочка была. А у меня просто 5. Молодцы. А как? Я знаю, вы очень хорошо себя ведете в школе. Целый год никакой игрушки не у меня там. Даже не спрашивали, мама, да, купи мне, не купи. И поэтому... Сейчас у нас в замке спрятаны игрушки. Вы должны их найти. Там 2 игрушки в наборе. Вы их должны поделить. Вау, круто! Ну, будете начинать? Да! Так, пойдем искать. Так, здесь нету нигде. Так. Тут тоже нигде нету. Вот здесь... Так, посмотрим внимательно. За троном нету. И здесь нету. А я на третьем пойду посмотрю. Вообще нигде нету. Странно, ну где же? Да. Девочки, ищите получше. Где? Мам, мы уже, наверное, будем сдаваться. Ну, хотя нет. Поищем еще. Так. Может, где умывальник? Тут тоже нет. Мама, мы уже не знаем, ты их так хорошо спрятала. Доченьки. Помните, в прошлый раз на Новый год я вам подарила подарки. Ну и где они лежали? На первом этаже. Ну да, на первом этаже. Значит, ищите тут. Так, посмотрим. Да. Да тут и мест негде. Я нашла! Где ты нашла? Вот, я тоже! Шопкинсы! Ура! Я их обожаю. Я тоже. Так, ну что, посмотрим. Ой. Так. Вот такие крутые Шопкинсы. Круто. Вот тут рюкзачки такие, а в них Шопкинсы. Так, рюкзак, кошка и собака. Мам, как ты говорила, 2 в 1. Да. Девочки, подождите, я сбегаю за ножницами. Сейчас. Так. О, тут тоже вот такая вот есть, кто-то, как это называется, обложечка. А то я, когда открывала Шопкинсы новогодние, там вот не было. Так. О, они соединены, как показывают в некоторых рассоединимых. Вот. Ой, надо будет открыть. Так, начнем с этого. Мне уж очень интересно, что же мне попадется. Мне попался какой-то вкусный десертик. Вот, посмотрите. Вкусный десерт. Вкусняшка какая-то. Надо будет узнать, что здесь за вкусняшка. Так, берем вот этот вкладыш и ищем вкусняшки. Тоже нам попался. Так, вкусняшки вот здесь вот. Так, вот. Сейчас. Нам попалось... Ой, это... Так, сладости, надо посмотреть, это что-то. Хоть-то и не то. Это такой, как кексик, вот он. Сейчас, вот это он. Сейчас я вам покажу, вот. Вот видите, вот этот. Это такая выпечка, это, наверное, какой-то, как капкейк, вот что-то такое. Ну, пирожок или что-то такое. Откроем, может, здесь, где кошечка что-то. Кто это у нас? Кто это? Ой, а это кто это у нас такой?
Это в виде бычка? Кто это? Я сейчас посмотрю. Так, сейчас. Это у нас барабан такой в виде коровки. Вот. Он один из редких. Нам повезло. Так, ну давайте еще раз посмотрим, кто нам попался. Так, в собачке, вот таком чемодане, как собачка, нам попался вот этот сладенький пирожок. А в киске вот этот барабан. Вот такие красивые шопкинцы нам попались сегодня. Так, доченьки, но вы довольны? Да, мама. Да. Мне он больше всего нравится вот этот барабан. Мне как раз вот эта выпечка. Ну вот. Прекрасно. И всем пока. Вы были на телеканале Тыква ТВ. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите мои видео. И всем пока. Пока. Пока.